Не возьмете Валентинку, пониже в должности. Так я и так уже работаю в подвале. Будете работать в канализации. Будете как боязки, только будете не кричать в канале, а почистить ее. Я зарабатываю 6 тысяч рублей в месяц, хотите зарабатывать 12? Ну, а что я должен сделать? Ответьте на мою Валентинку. Единственное желание мне сейчас плюнуть вам в харю. Дойдем и доедем. Вам не стыдно? Вы не сидите на первой лету в какие-то колготки. Вам не стыдно? Мне не стыдно. Мне жарко. Это вам должно быть стыдно. Что из-за вас взрослый, солидный мужчина переодевается в женщину. Вы что, еще и мужик? Да. Вы должны помочь. Как мужчины мужчине, потому что нас, настоящих мужиков, осталось так мало в сфере ЖКХ.